рукопашному бою. Мастер международного класса FCF. Черный пояс в Татарстане. Кабардино-Балкарская республика Зарин Хора. Занимается под руководством Заура Камукова. Мастера международного класса FCF. Черный пояс в Татарстане. Представляет спортсмена с синим поясом. Победитель международного турнира абсолютных поединков по полноконтактному рукопашному бою. Мастер FCF, черный пояс, первый дан. Республика Дагестан, Рустам Хакимов. Занимается под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Мастера FCF, черный пояс, первый дан. Весовая категория 70 килограмм. Прошу ассистентов. Начинайте. Начинайте. Красного, прошу. Красного. Да, хорошо.
спасибо вам.